Всем привет! Хочу записать короткое видео с теми тенями, которыми я делала макияж зеленый из последнего обзора каталога Oriflame номер 13. Вот есть у меня такая палеточка китайская Dodo Girl. Не знаю, насколько это известная, неизвестная фирма. И тут есть вот такие потрясающие блесточки. Вот, самая красота заключается именно в них. Сейчас, если у меня получится их показать. Тут есть такие блески, блестящие, сейчас пальчиком. Вот так они выглядят. Тут и луна, и звезды есть. И очень это, конечно, смотрится на глазах потрясающе. Так, также участвовали тут еще вот такие оттеночки. Это уже палетка Ruby Rose. Видите, какие они пигментированные, классные.